Приветствую вас. Вы знаете, прочитав ваш вопрос, у меня сложилось такое впечатление, что вот вся эта ситуация с вашим молодым человеком, который сейчас уехал на заработки, как я понял, ну, на 3 недели он уехал, вы не сказали куда. Значит, вся эта ситуация с молодым человеком, она всего лишь фон на основе которых у вас протекает, ну, скажем так, ваши сомнения. То есть вы говорите о том, что вы человек нерешительный, и вы, судя по всему, всегда были таким нерешительным человеком. Вот. И, собственно говоря, ваша нерешительность, она как раз таки и является основной проблемой. Она и является основной проблемой того, что с вами происходит. То есть нерешительность сама по себе — это проблема. То, что вам нужен энтузиазм, то, что вам нужно, чтобы вас мужчина вдохновлял, то есть мужчина-вдохновитель, да, чтобы он вас подталкивал, ну, к чему-то вашему, это ваша потребность. И возникает вопрос, а почему вы считаете, например, что мужчина, ну, скажем, должен это делать? Почему вы считаете, что мужчина должен так поступать? Почему вы считаете, что мужчина должен вас поддерживать и вдохновлять? То есть, с чем связана подобная установка лично у вас? Вместо того, чтобы ссориться с мужчиной, вместо того, чтобы пытаться его как-то переделать, вместо того, чтобы требовать от него там каких-то действий, по сути, вы его стимулируете к развитию невроза. То есть вы требуете от него быть тем, кем он не является. Если он много работает, значит, он устает много. Вы же такое впечатление, что о нем не думаете. То есть, да, вы говорите, что вот я понимаю, что он много работает, но и все. То есть, если понимаете, что он много работает, значит, он устает. Если понимаете, что он устает, значит, ему нужна ваша поддержка, а не вам еще его. Вот. С другой стороны, если вы, например, чувствуете, что человек не дает вам того, чего вы хотите, то вы имеете полное право от этого человека уйти. Потому что, да, действительно, это не изменится. Да, действительно, то, что вы переживаете, то, как вы переживаете, как у вас все это происходит, это все действительно действительно будет всегда так. То есть, если мужчина сейчас вам не дает
поддержки, то не будет давать он ее вам и, значит, в будущем тоже, и надеяться на то, что она будет, это значит, опять же, себя теперь уже себя, значит, настраивать на невротическую модель поведения. Ну, опять же, почему, да? Потому что мужчина не даст вам того, чего вы хотите от него, просто не может. Он не то, что не хочет, он не может. Вот я рекомендую вам думать так, что он не может. Не может дать вам то, чего вы хотите. Вот, значит, это вот так вот то, что я увидел. Далее, значит, вы пишете, что мне внимания не хватает, не ходим никуда, не делаем это совместно и так далее. Пытаюсь поговорить с ним об этом. Так, ну, вы об этом писали, но все же я думаю, что могу задать вам вопрос. Если вам не хватает внимания, вы не ходите никуда, если ничего не делаете совместно, то, соответственно, ну, наверное, логично, что мужчине это не нужно. А если вам нужно, то вам нужно, вам можно что-то предложить, что-то делать. Если вы не делаете, то вопрос в том, почему. Ага, пытаюсь поговорить с ним об этом. Тут не говорить надо, тут делать нужно. Он упрекает меня, что зимой я не работала, сидела дома и говорит, почему же я не придумывала, чтобы мы сходили куда-то. Что вы мне отвечаете? Зачем вам нужна его инициатива? Это ведь вам нужно. Его все устраивает. Вы либо показываете поведением своему мужчине, что вам нужно что-то, и что это серьезно. То есть тут вот не надо разговаривать, не нужно говорить. Мужчина, понимаете, мужчина, он понимает язык действий. То есть если вы с ним будете разговаривать, если вы с ним будете говорить, так ничего не изменится. Мужчина, он в силу того, что вы нерешительный, мужчина вас всерьез, скорее всего, не воспринимает. Ну, как я понял. И это значит, что он просто-напросто к вам не прислушивается. И отсюда его такая вот поведенческая модель. Он не прислушивается к вам. И, соответственно, поэтому разговоры ваши не помогают. Они не могут помочь именно потому, что значит, мужчина не воспринимает вас всерьез. Чтобы мужчина воспринимал вас всерьез, нужно для этого нужно, чтобы у вас была четкая модель поведения. То есть, если ты что-то со мной делать не хочешь, я буду делать это сама одна, но при этом с тобой я буду вести себя отчужденно. Отчужденно, отстраненно, отдаленно, потому что ты не захотел быть со мной. Это твое право, но мое право, соответственно, реагировать на это вот таким образом. Я думаю, что так, потому что, ну, разговорами, я вам уже сказал, что разговорами вы ничего не добьетесь от него совершенно. То есть вы уже разговаривали, и разговаривали вы уже не один раз. Вот, как видите, ничего хорошего из этого не получилось и не получится, если будете в таком стиле выстраивать свою модель поведения. Далее, значит, я ему объясняю, пытаюсь объяснить, что мне хотя бы инициатива хоть какая-то нужна от него. А зачем, если это нужно вам?
А он опять в своем, не понимает друг друга. Ну, видите, у вас разные представления. Соответственно, либо вы мужчину переделываете под себя, но для этого, опять же, нужно, чтобы он этого захотел. Для этого нужно показать ему, что он может вас потерять, вывести его из зоны комфорта, а не только разговаривать. Не понимая друг друга, каждый видит ситуацию со своей стороны. И это нормально. Это нормально. Я не очень понимаю, он раньше вел себя по-другому или как? Почему вы сейчас от него это требуете? Чем обусловлено то, что вы сейчас от него это требуете? Вот сижу и думаю, люблю его, при расставании слезы. Кажется, не могу представить, что он может уйти из моей жизни. Ну, пока ваша любовь, она выглядит так, что вы боитесь человека потерять. Пока. Пока ваша любовь выглядит так, что вы не хотите человека потерять. Пока ваша любовь выглядит так, что вам не хочется, чтобы он ушел из вашей жизни. Вот пока как ситуация выглядит. И ни слова о нем. Интересно. Ни слова о том, что нужно ему, чего хочет он, чтобы сделать его счастливым. И так далее. Об этом вы не говорите ни слова. Вообще. И, на мой взгляд, это проблема. В первую очередь, это проблема того, а любите ли вы его. Потому что, видите ли, как. Если вы его любите, то думать вы будете о нем. Если вы его любите, то желать счастья, хотеть сделать его счастливым будете вы. А я у вас вижу ориентирование на себя больше. С любовью это имеет мало общего, надо сказать. Поэтому насчет того, любите вы его или нет, я не уверен. Далее, значит, так, значит, не думаю, так, может быть, из моей жизни, но также думаю, изменится ли это. Нет, это не изменится, это мужчина не будет выведен из зоны комфорта своей. Стоит тратить время на то, что может прийти в тупик. Но если вы об этом подумали, значит уже не стоит. Значит, это уже не любовь, если вы задумывались о времени. Потому что любящий человек такими вопросами не задается. То есть у вас уже не любовь, у вас привычка. Может, я не готова к серьезным отношениям. Вы скорее не готовы нести ответственность за себя. То есть вы считаете, что вам должны. Вы считаете, что мужчина вам должен. Вы считаете, что он должен вас поддерживать. Вы считаете, что он должен давать вам то, что вы хотите. Но при этом вопрос заключается в том, а может ли он дать вам то, чего вы хотите. Вот, например, как вы могли видеть, например, он много работает, у него нет возможности давать вам то, чего вы хотите. И, соответственно, вопрос, принимаете ли вы это или нет? Принимаете ли вы данный момент или нет? Понимаете, вот так. Так вот это работает. Понимаете? Потому что, если вы говорите о трате времени, то это значит ориентация на себя. То есть я не хочу тратить время на человека. То есть, если все будет продолжаться так, то я буду думать, что я трачу время, вот, а я не хочу этого.
Соответственно, это условие, а любовь, она безусловна. Поэтому я думаю, что здесь однозначно ответ на ваш вопрос. К серьезным отношениям вы, может быть, и готовы, но готовы только на своих условиях. У меня не возникло ощущения, что вы готовы как-то вот думать о том, ну, чего хочет, например, человек от вас. У меня не возникло ощущения, что вы готовы прислушиваться к человеку. Да, может быть, и мужчина не готов к вам прислушиваться, я понимаю. Но мужчину-то нужно заставить это делать. Мужчина-то он не будет просто так к вам прислушиваться. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому серьезные отношения, в любом случае, это уступки и компромисс. Вы на компромисс не идете, то есть вы говорите, что вам нужно от него строго определенные вещи, вот. При этом вас не особо интересует, может ли он вам их даст. В этом контексте, конечно, нельзя говорить о том, что вы готовы к серьезным отношениям в этом контексте. Но, с другой стороны, я верю в то, что у вас серьезные намерения, и что вы как-то вот действительно хотели бы серьезных отношений. Но вопрос в том, для чего, и вопрос в том, готовы ли. То есть готовность – это именно это направленность на счастье другого. Это желание сделать другого человека счастливым. Это желание услышать другого человека. Понимаете, если вы будете слышать его, то он будет слышать вас. Если вы будете слышать его, он не будет слышать вас, то вы можете показать ему, что будет, если он вас не будет слушаться своим поведением. Далее, мы еще живем вместе, но боюсь, что могу пожалеть об этом. Еще мне кажется, что... расставаться из-за такого глупо. Вы чего боитесь? Того, что можете пожалеть об этом? О чем об этом? О том, что он не поддерживает вас, да, об этом вы будете жалеть. Потому что он не будет вас поддерживать. Так, из-за этого не глупо расставаться, если это для вас действительно важно. То есть для расставания нужна на самом деле всего одна причина. И эта причина неудовлетворенность жизнью. Если молодой человек не может обеспечить вам то, что нужно, то это не глупое расставание. Это честно, откровенно и, что самое главное, уважительно по отношению к молодому человеку и к себе. Это не глупо. Еще раз повторяю. Далее. Куда глупее не расставаться, если вас ничего не устраивает, если вас не устраивает что-то. Но при этом нужно понимать, что вот ваши требования, ваши претензии, и как бы из-за чего вы расстаетесь, они продиктованы чем? Они продублированы чем? Они мотивированы чем? Тем, что реально мужчина вам должен давать, как мужчина. Это вытекает из вашего представления о том, какую роль мужчина должен играть в жизни женщин, например. Или же, это ваши желания, ваши потребности, ваша неуверенность в себе, которую вы пытаетесь компенсировать через другого человека. И тогда, помимо того, что другой человек для вас это средство,
средство купирования вот этой вот своей черты. Помимо этого, еще такая же проблема будет возникать у вас с другими мужчинами. И тогда нужно работать именно с вашей неуверенностью в себе, повышать ее, повышать самооценку, веру в себя. И вот тогда, я думаю, будучи независимой, вы уже сможете выстраивать куда более высокоуровневые отношения. Далее, но сомнения все равно терзают, друг не глупо. Не глупо. Друг он просто не тот человек. А тот человек или не тот. Это миф, человек либо удовлетворяет вас, либо нет. Если не удовлетворяет, нужно подумать, почему не удовлетворяет, с чем это связано, какова природа неудовлетворения, и из этого уже исходить. Значит так, может быть, это не тот человек, который будет меня мотивировать. Вам не нужен, не должен быть нужен человек, который будет вас мотивировать. Вы сами себя мотивируете. Молодой человек не для кого, чтобы вас мотивировать. Молодой человек — это партнер. Знаете, это партнер. Это не наставник, это не учитель. Это партнер. Партнер не мотивирует. Мотивируете себя вы сами. Если у вас проблемы с мотивацией, это психологическая работа. Я человек не особо решительный, то есть сомневающийся, то есть неуверенный в себе. Хочу, чтобы он меня подталкивал к чему-то новому, к действиям, заряжал меня энтузиазмом. Но об этом я вам уже говорил. Значит, он имеет полное право не подталкивать вас к новому, к действиям. Это ваша инициатива. Это ваша инициатива. То есть действия кому нужны, вам или ему? Или ему? Наверное, вам. Так почему вы свои действия, свои стремления, свои перспективы ставите в зависимость от другого человека? Может быть, именно поэтому вы и не можете с ним расстаться, что вы уже от него зависимы. В таком случае речь идет о любовной зависимости, и на тему любовной зависимости тоже можно поработать с психологом, потому что это довольно серьезно. Ну а вообще, если у вас именно зависимость, то лучше даже к психотерапевту обращаться, потому что это как бы болезнь. Любовная зависимость — это болезнь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.